Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал, я буду вам очень благодарна. В страшном ДТП скончалась известная балерина. Артистка возвращалась из отпуска. Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Лысенко Светлана Исакова умерла от травм, которые она получила в результате жуткой аварии. Об этой трагической новости рассказал гендиректор театра Олег Орищенко. Возвращаясь с мужем из отпуска по Италии, на маршрутке из Борисполя в Харьков в автокатастрофе после множественных травм в больнице города Полтава умерла ведущая солистка балета Светлана Исакова, опубликовала Орищенко в Facebook. Исаковой было 30 лет. О дате и месте похорон, по словам гендиректора театра, станет известно позднее. Искренние и глубокие соболезнования близким и родным. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.